Приветствую на канале. Вертикальная турбина с вертикальной осью мощностью 30 кВт. Это уменьшенная демонстрационная модель вертикального ветряка, которые, как рассказывает разработчик, можно устанавливать на крышах высотных зданий и черпать энергию с ветра 30 кВт. С виду похоже на тонкие листы стали. Ну, вроде как нержавейка. 4 лопасти расположены вертикально. Как бы и ничего лишнего, простота конструкции на первый взгляд. Но это только на первый взгляд. Визуально внизу оси подшипник. Но пишут, что это не обычный шариковый, а магнитный. Если это так, то магнитный — это хорошо. Меньше потерь на трение. Из ролика видно, что на стенде данный ветряк приводит в действие обычный электрический вентилятор. Ну, тот бытовой, который на 220 вольт, который у нас в каждом доме стоит. А далее более интересно. Написано, что данная ветряная турбина на мощность 30 кВт. А это просто демонстрационная модель. 1 к 8. Даже не верится, что вот такая штука может дать колоссальную мощность. Но раз так заявляют, то скорее всего это так. Также в комментариях пишут, что турбина для установки на крышах крупных коммерческих зданий. Генерация на высоте 200 футов. 200 футов – это где-то 60 метров. Именно на этой высоте вот такие вот потрясающие результаты дает эта турбина.